скажите, сколько точек в навигаторе у вас? 70. Удачи. Одинаковые, на самом деле все тонкости и сложности ощущаются внутри автомобиля. И это мы сейчас проверим. Саня! Пошли в другую сторону! Скажите мне, что вы сейчас должны сделать? Мы сами не знаем, что мы хотим сейчас делать. Хорошо, что я надела сегодня резиновые сапоги. Уровень воды поднимается. Сейчас я побуду в роли штурмана и сделаю фотографию около 64-й контрольной точки. Мы на личном опыте прошли все трудности.